естественно, а просто прислушиваться к фазе вдоха и к фазе выдоха. При выполнении упражнений мы с вами делаем 9, 18 или 36 вдохов и выдохов. Вдох идет через нос, выдох через рот. Возможно, более интенсивная частота дыхания и движения мышц низа живота. Протестировать. Одну руку положили на низ живота, вторую руку положили на грудь. При правильном дыхании низа живота грудь не колышется, верхняя рука лежит свободно, спокойно, она прилипла к груди, и дыхание идет только низом живота.